Всем привет, народ, с вами Алекс и Механик. Всем привет, ребята! Мы продолжаем играть в МТА на сервере Радмир, сервер Первер, ссылочка на сервер в описании под роликом. Да? Все, никаких ников, ничего там больше нет. Не, ничего вроде нет. Сегодня у нас городская маскировка в МТА, новая, такого еще никто не делал. Да. В МТА, короче, здесь будет достаточно сложно. Мы покупаем неизвестные тачки, так как здесь трафика как такового нет. Так. А мы для этого купили себе по хате, и мы не будем кататься на своих этих тачках. Мы сейчас какие-то купим неизвестные. Отключай, будем кататься где-то по райончику, где-то стоит. Отключай все. Мы отключаем интерфейс, оповещение, ники, чат, все отключаем. Так что, ребята, если да. Вы в этой серии будете нам что-то писать, и мы не увидим, не обижайтесь, пожалуйста. Не обессудьте. Не обоссыте. А как отключиться? На F1 нажми. Я даже графон отключил. А, в натуре, там, подожди, надо проверить, чтобы ники точно не светились. Да не светится. У меня тут чувак. О, не светится. Так, HD дороги. Ну, по внешнему виду, в принципе, в тачке на максимальной графе сложно будет видеть, поэтому советую максимальную графу пробить. Вообще, DOF, что ли, ты имеешь в виду? HDR, вот это? Да. Из-за этого в тачках какая-то такая тонировка странная. Да, кстати, чуть не забыл, в это видео попадают следующие ребята. Ставь лайк и пиши комментарий, если тоже хочешь попасть в видео. Ну, я не знаю, ну DOF вообще говенный. Если честно, я не особо помню, как ты выглядишь. DOF очень говенный. Подожди, а сколько денег? Без разницы. В смысле, я не знаю, сколько у меня на счету. Я купил тачку. Нет, надо было другую, надо было вот эту брать. Вот такую надо было брать, блин. Я, походу, палевную купил. Ты долго тебе еще? Мне нет, я уже готов, но так. Тебе как минимум надо уехать. Закрыть. Сейчас я выйду отсюда. Ресепшн и выйти. Да блин, давай я впереди тебя выйду. Я уже вышел. Твой налево. Ты тоже? Ты тоже? Я мог выйти. Нет, я специально стою, жду сейчас. Я вышел, так, я спавню транспорт сейчас свой. Спавн. Я сажусь свой транспорт. Хлоп. Хлоп. Я поехал. Давай, боже, так долго это все делал, будто ты на Жигулях на каких-то. Все, я могу выходить? Да. Блин, я убился. Так, по поводу того, где ездим. Ездим мы рядом с авторынком, рядом с автошколой, вот где-то в этих краях. Согласен? Да подожди, дай мне в тачку сесть. Не, ну в целом ты согласен, что мы ездим вот по этим краям? Так, давай еще раз. Авторынок, автошкола, вот сюда вот до этого, как оно называется, до троллейбусного транспортного управления, вот где заправка, вот сюда вот и назад. Согласен, но не прям четко по маршруту, потому что, ну блин, это будет палево. Ну не по маршруту, а как это? Как получится? Ты на Ниве на черной? Нет. Ёб твою мать, похоронил. Пойдя, а как мы должны угадать, с одного раза или как? Ну, я думаю, нет, не обязательно. Ну, а можно, блин, ну каждую тачку подряд тоже не вариант называть, да? Там просто одна подозрительно так ездила. Черная Нива? Да. Там это где? Там это возле автошколы было. Так. Чё-то одна тачка тут мне показалась похожей, я к ней подъехал, но я не знаю, это ты был или нет, она куда-то делась. А сейчас проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1, 2, 3. Успел? Красавчик! Ты на черном гольфе? Нет. Так, пока что один в один, да, считается? Да. Жига!
Кабан! А я видел кабана, который как-то непонятно ездит. Блин, если бы ты не сказал про гольф. Это было бы... А он стоял на дороге, понимаешь? И я когда сюда приехал, он как-то отспавнился прямо на меня. Так, ну давай, я первее, да, сказал, получается? Ну... Было неправильно, то есть один раз ты неправильно, один раз я, и я сразу... Ну, если хочешь, да, если хочешь, можно, можно так посчитать. Я думаю, что надо сейчас продать и купить что-то... Конечно, конечно, давай, это... Дабл попытка, ребят, кстати, если вам нравится такой формат... Именно в МТА, ну прикольно, мне кажется. Обязательно поддержите нас комментариями, лайками. Я чуть не убил тут пацанов, они просто что-то стоят. Сколько его продать, его покупать? А, блядь, штрафы. А у меня, по-моему, нет штрафов. Так, стоимость нового 1100, то есть за сколько? За 400 продам. Слушай, ну я прям в самом начале про Жигу угадал, да? Ты сказал этот... В смысле? Ну за 100 хоть заберите ее. Блин, ну это что-то нет. Давай 500 хотя бы. Ну вопрос не 400, не 500, ничего не хочет. А я не вижу же это. Так, 600. Оплата штрафов. Оплатить. Блин, пацаны, почем Жигу-то продать? 150? За 150 штрафы даже не берут. Да у тебя штрафы, наверное. А, сейчас я посмотрю этот интерфейс. Я же сразу сказал, что меня не берут со штрафов. Блин, реально. А я просто не нарушал нигде, поэтому откуда штрафы-то? Ну, ты так тачку купил, ты не продавал. Купить-то со штрафами можно. Купил, говорит, не продавал. Ты хорош. Это ёбнутая баба бегает. У тебя с интернетом, кстати, что-то, ты иногда как робот говоришь. А я другой интернет подключил. Да, у тебя два интернета? Ну. Нормально живешь. Да у меня тот исчез. Куда-то. Нормально живешь, кстати, два интернета имеешь. О, нифига, как быстро кабан улетел. Покупал за 7, продал за 3500. А, понятно. Можно было за 4. Как быстро кабан улетел. Так, оплата, что штраф. Там в сообщении кто-то написывает? Каза... Чего, блядь? Или ты? Ты а знаешь, на сколько я штрафов заплатил? На 400. Чего-то мне не нравится эта рубрика, слишком дорого выходит. А где штрафы? Да, что-то еще придумать, местность, может. Да нет, нет, нормально все. Я просто думаю, что сейчас возьмем тачку. Ты не назвал тачку... И я бы просто там рядом не проезжал. Она подозрительно стояла, я тебе еще раз говорю. И потом она отспавнилась. Когда я сказал и заехал туда, она отспавнилась, я уже увидел, что в ней нет чувака. А-а-а. Вот в чем фигня. То есть, если бы я заранее увидел, что в ней нет чувака, естественно, я бы не назвал ее. Но она была подозрительной, так скажем. Отлично. Так. Забегаю быстренько в автосалон, выключаю чатик и давай погнали дальше. Так. Настроечки, интерфейс. Так, выключить. У меня тоже. У меня, кстати, карта какого-то хера в магазине светится. В смысле? У меня ничего не светится. Выключи все. Так выключено. Так, я знаю, что надо брать, оно... Вот я интерфейс включил и выключил, и исчезло еще раз. Где-то тут было. Ого. Так. Блин, что дорого. Дорого. Сейчас еще что-нибудь надо найти. Надо что-то такое непредсказуемое. Как Жиг. Да. Просто жиг много. Ага, вот, ну, в принципе, можно. Ёбаный ты, сука, хуесос дырявый, блядь. Да в смысле, ты чё ругаешься? Пидорас какой-то на Мерсе ездит, лагает, и просто все тачки от него разлетаются. Так, я все. Выходить?
Да, я уже давно уехал. Все нормал. Так. Сука. Pump it right. Я ебал ту Люсю, как надо. Да хорошая, ездить. Успокойся. Я тебе отвечаю. Ну я понимаю, что у тебя с Люсей было какие-то отношения, но не стоит об этом публично рассказывать. Ну чё? Чё? Я устрою слежку за тобой. Давай. Я сейчас зашкерюсь и буду смотреть по сторонам. Нормальная тема. Так, ну на маршрутке точно не ты катаешься. Так, маршрутка? Кстати, идея была бы шикарная, да, на какой-то на скорой там летать. По-моему, я еще работаю медиком, так что. Давай по бюджетам. Что по бюджетам? Ну, до, допустим, твоя тачка стоит до 20 тысяч. До 10. До 10, да? То есть, в принципе... То есть, может быть, что угодно, даже твоя Жига. Даже мой Кабан. По сути, да, два раза одну и ту же взять, никто же не будет думать, что ты два раза одну взял. На мотоке? Не, не на мотоке. Че на мотоке? Типа я на мотоке? Не. Слишком аккуратно ехал. Я не на мотоке. Да я уже понял. Я посмотрел, как он повернул потом. Я понял, что это не ты. Конечно не. На каком мотоке, дядя? Успокойся. Ой, блядь. Это ты! Подожди, а у тебя до 20 косарей? Да, до. Это ты? Нет? Где? На красном бумере. На каком красном бумере? К которому чувак бежит? Не знаю. Давай, короче, знаешь, как, чтобы было проще? Ты на черном бумере был? Ты таранил меня? А тебя таранили? Меня нет. Почему ты говоришь, ты таранил меня? Ну потому что ты на черном бумере был. Ты на красном, что ли? Да! То есть я угадал. Вот ты. А я хотел еще, понял, типа, сказать такое, типа, давай, типа, чтоб этот, втаранить, типа, еще надо. Короче, просто издалека, я просто издалека у тебя просвечивается заднее стекло. Серьезно? Да. Вот посмотри на мое, я сейчас вдаль еду от тебя, вот посмотри. Так вот у тебя, это у тебя просвечивает, а у меня ничего не просвечивает, у меня тонировка мощная. Так, у меня-то тоже тонировка, но смотри, я сейчас отъеду. А где ты? Увидишь... Я не вижу. Да ты... вот сзади. Да тут две говорю. Черных бэхи. Просто. Говорю сзади. А! У тебя просвечивает, да? Ну, так а у меня вухнарь там был. И я, короче, смотрю, что-то мне показалось, что там кусочек красного пиджачка был. Блин. Ну я понял сразу, когда ты меня вторанил, я сразу понял, что это ты. Сразу такой, понял. Это ты на красном выбере? Или на каком? А ты говоришь, к которому чувак бежит, я сразу такой уезжаю, типа, это, типа вдруг ты там просто сверху какая-то еще тачка стояла на мосту. Думаю, вдруг ты сверху там стоял. Нет, а я не понял сначала, ты так спросил, как будто ты про мотоцикл спрашиваешь, ты просто до этого про мотоцикл спрашивал, такой, типа, это ты? И я такой, я не понял, типа, ты мне, нет? Но когда ты втащил, я сразу понял, что это ты. И ты уехал такой. Я вмазался, и ты говоришь... Так, который чувак бежит, я сразу туда за угол свернул. Блин, ну это прикольно, кстати. Весело, да, забавно. Ну что, я думаю, что на этом закончим. Да. Народ, не забывайте подписываться на наши каналы, все ссылочки есть в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс и Механик, и всем пока-пока. Всем пока.